В Самарской области по поручению в РИО губернатора Вячеслава Федорищева увеличат суммарную единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы. С 800 тысяч она вырастет до 1 000 000 рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. Ислам Юлдашев хочет заключить контракт, чтобы построить карьеру военного. Чтобы защищать интересы Российской Федерации. Это потому что я здесь проживаю с рождения и также хочу остаться жить даже здесь. Я своим примером хочу вот как раз таки показать всем, что там нечего бояться и нужно двигаться дальше и бороться с терроризмом, да, и экстремизмом.